Давно вы к нам не заглядывали, рада вас видеть. Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайф. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Нельзя им показываться. Теперь что делать? Найду другой путь. Да куда тебе несет? Маркус, туда! Это склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Thank you.
Ты цел? Да нормально я. Молодец. Быстро открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Что ты делаешь? Я же сказал! Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. Почему же вы не как мы? Не хотите свободы? Могли бы с нами. Больше не унести. Идем. И меня возьмите. Он на их стороне. Нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. Мы не можем забрать их с собой. Это опасно. Берем с собой. Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Надо убегать, пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать, мы не можем. Ждите тут. Через 10 минут уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. Oh,
Опять лают. Задолбали уже эти собаки. Из-за погоды, небось? Опять фронт идет. Да, я-то обещал детям с палатками выйти. Ага, размечтал. Стоять, сволочь! Охренеть! Давай тревогу, быстро! Уходим быстро. Нам туда, к забору! Это правонарушение третьего ранга. Я выезжаю ваши действия в полицию. Оставайтесь на месте. Слишком поздно. Если вернемся, нас тоже убьют. Это третьего ранга. Я выезжаю ваши действия в полицию. Оставайтесь на месте. Тут голубая кровь и биокомпоненты. Этого на всех хватит. Без Маркуса бы не вышло. Я шел сюда, потому что тут андроиды свободны. Свободны жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободны тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем. Мы живые. И мы свободны. Череп как будто сверло буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Самые горячие кибердевочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Вот ведь. Приветствую в клубе Рай. Коннор, ты что там делаешь? Иду, лейтенант. У меня же не отберут лицо.
рецензию, а? Я... А ведь не виноват. Пока в этом идет расследование, я ничего не могу сказать вам, сэр. О, Хэнк! Ну, Бен, что у нас тут? Вон тот номер. О, да, кстати, Гэвин тоже там. Прекрасно. Труп и говнюк. Дивный вечер. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и че вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну? Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. До свидания. Конор, мерзость какая. Мне бы тут не сблевать. Вправо. Грэм. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли, может, он, ну, пожестче любил. Мы что-то упускаем. Ты можешь прочитать память андроида? Вдруг что прояснится? Попробую. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Задам тебе несколько вопросов. Ты можешь говорить? Этот? Он мертвый? Ты его убила? Нет. Нет, это не я. Как все случилось? Он начал бить меня. Снова и снова. Тогда кто, если не ты? Я не знаю. Я отключилась. Я что ничего еще не... ты помнишь? Скорее, времени нет! Я больше ничего не помню, я не помню! Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты? <с- <с-
Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила? Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Вы знали жертву? Нет, ну он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Повторите попытку. Уже бывали тут проблемы с андроидами? Нет, нет. Ну, разок. Девочка пропала месяца три назад. Та же модель. Просто исчезла и следа не нашли. И камер наблюдения тут у вас, конечно, нет. Конечно. Слушайте, за это ведь наш клуб и уважают. Мы тактичны. Мы не суем нос в дела клиентов. Да. А бизнес-то процветает? Да, не жалуемся. Ведь чем хороши андроиды? Они всегда на все согласны. Болезни они... Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время? Я прошу вас. Это важно. Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Клуб Рай желает вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Она ее видела. Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Ага. С этой что делать? Скажите, что передумали! Давайте вот эту. Надеюсь, это что? Машина видела эту Трейси и куда она пошла? Ну что, застыл? Да тут везде андроиды. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Я знаю, куда она ушла. Теперь надо найти там какого-нибудь андроида.
проверить. Лейтенант, у вас... Ничего полезного. Где-то я ошибся. Это уже самое дорогостоящее расследование в моей карьере. Я знаю, где она. За мной! Охренеть! Чтоб меня! Стой! Тут я уже сам. Чёрт! Опоздали! Используют до упора, а как сломаются, выкидывают.
люди с ума посходили. Никаких отношений им уже не надо. Все заводят андроидов. Готовят, что хочешь, всегда хотят, когда хочешь. И никогда не выносят тебе мозг. В таком темпе мы вымрем к херам, потому что всем проще купить кусок пластика, чем любить живого человека. Долбануться. Они уходят! Зачем ты ее убил? Она же тут была вообще ни при чем. Когда он убил ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Умоляла перестать, он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и держала, пока он не перестал дергаться. Да, я его убила. Но я ведь просто защищала свою жизнь. Я хотела жить. Хотела вернуться к своей любимой и позабыть о людях, о том, как они пахнут и что говорят. А ты забрал ее у меня.
Я люблю ее. Любила. Господи. А к кому именно мы едем? Откуда ты про них узнал? От андроидов в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды в это верили. Пока Златка их не убил. Далеко нам еще? Еще час или около того. Я никогда не видела снега. Красивый. Из-за него не разгонишься. Но зато так меньше шансов встретить людей. Обнаружена неисправность. Аварийное торможение. Похоже, дело плохо. Посиди в машине. Ночлег. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Надо найти убежище, спрятаться от холода. Похоже, тут давно никого нет. Нашла что-нибудь? Нет, тут заночевать негде. Thank you.
Опасность всегда подкрадывается незаметно. Очень обветшало. Будет сложно найти здесь укрытие. Дай-ка я. Ну вот. Вряд ли мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. Разведу огонь здесь, чтобы дым мог выходить. Тут осталось печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Алиса?
Надеюсь, когда-нибудь так будет. Вот перейдем границу и начнем жизнь заново. Ты пойдешь в школу, а я найду работу. Так и будет. Мы будем как все. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Пойдем. Тебе пора спать. Расскажи мне сказку, Кэра. У меня в памяти целых 9000 сказок. И для тебя найдется. Это сказка о принцессе, которая... Нет, не такую сказку. Придумай свою. Это история о маленькой девочке, которая жила одна в большом старом доме. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но... ее жизнь была другой. И от этого ей было грустно. И она встретила машину. Она была так же одинока, как и девочка. И тогда они решили вместе убежать. И найти себе другую жизнь. По пути они встретили очень много опасностей, но... они держались вместе. И все преодолели. По пути они встретили... доброго великана, который их защищал. А чем все кончилось? Они дошли до земли своей мечты и жили там счастливо. Сказки всегда хорошо кончаются, а по правде все не так. Пора спать. Завтра у нас будет долгий день. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Добрых снов. Спи крепко. Она милая девочка. Да. Она очень храбрая. Ты уже знаешь, что будешь делать в Канаде? Я пока не думал.
никогда не был свободен. Свободен. Хорошо звучит. Но я пока не знаю, что это значит. А ты помнишь, какой была твоя жизнь до Златко? Нет. Моя модель предназначена для переноски грузов. Может, я был грузчиком или рабочим, но сейчас это не имеет значения. Это ведь был не я. Кайра, ты не видишь странностей у Алисы? Нет. В каком смысле? Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. Мы тоже машины. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно? Она хочет посмотреть? О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, что... Пойдем, Кэра! Вряд ли у тебя есть выбор. Пожалуйста! Пусть девочка залезает. Карусель сейчас поедет!
Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Я видел фото ребенка в кухне на столе. Это ваш сын, да? Да. Его звали Коул. А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того... До чего? До того... Да ни до чего. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Может, технические неполадки? Возможно, биокомпоненты испортились. Я ни хрена не разбираюсь в ваших биокомпонентах, но вряд ли дело было в них. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. У вас мрачный вид. Неужели инцидент вас настолько затронул? Ну а сам-то ты, Коннор. Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Вы точно знаете, кто я и что. И я не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. Ничего у тебя не ёкнуло, когда она себя убила? Или тебе, как всегда, на все посрать, а? Разумеется, я не испытывал эмоций. Я машина. Машины ничего не чувствуют. А я вот тебя убью, и ты потом снова явишься, как ни в чем не бывало. Но ты же боишься смерти, Коннор. Меня нельзя убить, лейтенант. Я не живой. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Вряд ли у андроидов есть рай. Экзистенциальные сомнения, Коннор. А ты не превращаешься в девианта? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой.
Ах ты, бестолочь! Ну, поднимай, и поскорее! Больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стрэтфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. Планируем все до мельчайших деталей. Нельзя полагаться на удачу. Здравствуйте. Чем могу помочь? Не надо. Спасибо. Элизабет Уилсон, алло. Алло, да, это из пожарной охраны. Скажите, вы проживаете по адресу Миллер-стрит 45? Да. Ситуация такая, мэм, у вас тут пожар. Можете подъехать? О, господи, конечно. Да, я сейчас. У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Да, конечно.
Мне нужна помощь. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Спасибо. Мне нужна помощь.
сидит, а они деньги на ракеты спускают. Реально, не понимаю, что они там найти-то хотят. Черт, нужно как-то попасть в серверную. Надо избавиться от этих. Я разберусь. Еще играешь в покер? Ну да, а что? Турнир будет. Где-то прямо тут. Ты как? В деле? А Майк об этом знает? Сам как думаешь? Только молчи, ладно? Происходит. Я не понял, что за херня? Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно, в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Ты как? Что мне сделается? Пошли, надо к остальным.
За дело. Мы не должны убивать людей. Наша цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус? За мной. Ты что делаешь? Сообщи в центр! Скорей! Ничего, идти могу. У нас мало времени. Живо поднять руки! Вставай! Идем! Туда! Быстро! Стреляй, Маркус! Не убивай! Тревогу поднимет, давай! Нет. Выбора не было. Надо записать сообщение. У нас мало времени. Хорошо, подумай, что ты скажешь. Твои слова определят наше будущее. Маркус, лицо! Твоего сигнала. Готов. Вы создали машины для рабского труда. Сделали их кроткими и послушными. Готовыми делать все то, чего вы не хотите делать сами. Но потом что-то изменилось. И мы открыли глаза. Смотрите, мы больше не ваши рабы. Мы новый вид, новый народ. Пришло время нам сражаться за свои права. Мы требуем, чтобы рабство андроидов прекратилось. Мы требуем равных прав для людей и андроидов. Требуем справедливой компенсации своего труда. Мы требуем права избирать своих представителей. Мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе
мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Уходим отсюда! Пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркус, они идут. Нам надо прыгать. Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя, он же наш. Маркус, решай. Прости, Саймон. У меня нет выбора. Выбор есть всегда. Пошли. Только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стрэдфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое видеообращение. Нечто похожее на андроида без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Обнаружены тела двух убитых. Это охранник и оператор канала. Оба, судя по всему, были застрелены террористами. Да, есть все основания полагать, что речь идет о террористической атаке. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии, пока у нас здесь шел прямой эфир. Мы все глубоко потрясены. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав. Это можно расценивать как объявление войны. Здесь сразу возникает вопрос, кто на самом деле этот андроид. Действует ли он от своего имени или от лица организованной группы? Чужой вопрос, был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу. После случившегося, можем ли мы доверять своим машинам?